Не знаю, будет видно, не будет видно, но, в общем, снимаю как есть. Фонарик на всякий случай включаю. Сегодня 17 октября. Вот у меня в сентябре, в октябре бывает несколько ярок приносят потомство. Вот сегодня ночью принесла трех ягнят. Ну, такие ягнята, не сказал бы, что они большие, там, крупные или слабые, но более-менее нормальные. Все черненькие, как положено, все. Мамка сама тоже не особо крупная. Такая диковатая, но стоит он. Подпускает их, все нормально. Еще сама не очухалась и не поняла, что произошло. Да, красавица моя. Чего там? Давайте я маленько. Баран. Надо барана менять, потому что вон они. Давай, мелких таких. Был третий, ну, третий что-то. То ли задержался. У нее есть послед еще. Как бы с задержкой сейчас этот окситоцином прокололи. Надо последить за ней, посмотреть, что у нее отойдет, не отойдет. Вроде я залез, посмотрел. Вроде все чистая она. Потому что самая большая проблема у романовки, это бывает у первородок. Ну и не только у первородок, что неизвестно количество ягнят, и на последних ягнят, на последнего, на двоих у нее уже сил не остается, она занимается с этими, и бывает, что там задерживаются они, и все это потом приводит к печальным последствиям. Так что как-то вот так, сейчас мы маленько погоняем, нет? Она боится, не боится. Ну, что, мелко? Чего? Мелко? Не боится нифига. Вроде заходил, топало на меня. Сейчас не топает. Ну-ка, дай-ка. Сейчас посмотрим, что. Она так топает, чтоб этот ее не трогали. Ну-ка. Тихо-тихо ты, моя красавица. Вон у нее сзади так. Подчистил я маленько. Посмотрели. Ну, ничего вроде. Копыта ей только постричь, ни хрена мы не досмотрели. То, что нанимал людей, а ей так 50 штук стригли. И так. На, свети, дай я потрогаю. Пойдет она? Да нет, она такая диковатая. Маленькая. Вон, вон топает. Ну-ка еще потопай, посмотрим. Тихо, тихо, тихо. Тихо ты. Что ты своих мелких это будешь гонять-то? А, мелкий. О, как. Ну-ка еще давай. Куда светишь-то? Грек, ты, блядь, как замыкаешь. Чего? Нет? Смотрю. А смотришь, да? Мелкий. Сейчас, моя красавица. Чего? О, видишь, топает. Топаешь? На, потопай еще. Ладно, больше не будем ее беспокоить, пускай она занимается своими ягнятами. Вот так вот пугать ее она умеет, чтобы ее топает, не, чтобы ее не трогали. Ладно, все. Всем пока.